Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и наконец-то наступил тот день, когда разработчики отблагодарили нас за то, что мы подписывались на их официальный канал. Кстати, а на мой канал вы подписаны? У меня всегда свежие новости, честное мнение по поводу всего, что в игре происходит, и всегда есть что посмотреть. Более 1200 видео уже ждут вас на канале. Подписывайтесь прямо сейчас, потому что нам с вами однозначно по пути. Так вот, тогда разработчики сказали, что если мы наберем 500 тысяч плюс подписчиков на официальном канале на YouTube компании Wargaming, то, соответственно, мы получим подарочки. И вот этот подарочек прилетел. На всех своих других аккаунтах я эти подарочки уже забрал, но сами сертификаты еще не открывал. Сделаем это сейчас вместе с вами. Забираю здесь для того, чтобы показать, как это выглядит в игре. Если вдруг вы в нее еще не заходили, просто нажимаете «Получить». Получаете свой сертификат на какую-то случайную пятерку, премиумную либо коллекционную. Получаете 5 дней према и пол ляма серебром. В дальнейшем заходите в хранилище, ну и, соответственно, в хранилище открываете себе сертификатик, и будет вам счастье. Ну, одно из двух. Либо вы получите себе танк, либо вы получите за него компенсацию. Что касается моей ситуации, огромное количество пятерок у меня есть. В то же время, если мне выпадут пятерки, которые являются коллекционными, получу компенсацию голдишкой. Если получу машину, которая у меня есть, но это будет машина премиумная, то получу компенсацию серебром. Здесь более грустно. Но, с другой стороны, я ничего не сделал. Просто подписался на канал и на халяву получу, тогда уже получается 1,5 миллиона серебром. Тоже, мне кажется, довольно-таки прикольно. Ну что, давайте будем открывать. Очень хочу получить себе, верьте, не верьте, Конора Гневного. У меня его в коллекции нет ни на одном из аккаунтов, и очень хочется, чтобы он появился в ангаре. Я получаю мародера, ребят. А мародер у меня на аккаунте есть. Это моя основа, и мародера я давно забрал из ивентного события, когда его только ввели в игру, за что, в принципе, и сейчас благодарен повторно разработчикам, потому что получаю себе компенсацию в размере целых 1250 золотом. Короче говоря, просто кликнув на кнопку подписаться, я получил косарь 250. По-моему, довольно-таки неплохо. Ладненько, перебегаем на следующий мой аккаунт и там открываем следующий сертификатик. Итак, друзья, второй мой аккаунт, один из моих твинков. Здесь у меня сертификат лежит уже в хранилище в разделе «Разное». Сейчас откроем его на этом аккаунте, перейдем на следующий. Не понял. Я же забирал, как так может быть? Неужели я с одним аккаунтом промахнулся? Обзавелся таким количеством аккаунтов, что уже не могу уследить, где я что сделал, а где еще что-то не доделал. Итак, забираем тогда здесь таким же способом. Я почему-то думал, что я на всех своих других аккаунтах уже все позабирал. Ну ладно, раз так, значит так. Сейчас заходим еще раз в хранилище, открываем здесь, переходим на следующий аккаунт, откроем там. Ну и потом самое интересное и самое главное. Аккаунт, который я сейчас вместе с вами прокачиваю на стримах. Нульцевый аккаунт, бездонатный. Шип. Не помню, честно говоря, есть ли он у меня на этом аккаунте. Сейчас посмотрим в отношении компенсация или все-таки машина в коллекцию. Ну и тому и другому буду рад, почему бы и нет. Коллекционка 5 уровня, я думаю, всегда будет ко двору. Так, промахнулся, ребят, сорянчик. Так вот, самое интересное, ребят, будет на моем аккаунте, на котором мы сейчас вместе. Так, компенсация 1250. Слушайте, неплохо, по двум аккаунтам получается очень даже бодро. Ладно, переходим на третий аккаунт, ну и потом идем на тот, на котором у меня вообще ничего нет. И будет интересно, что выпадет именно на том аккаунте. Итак, друзья, третий аккаунт, смотрим, что у нас здесь. Тут я уж точно помню, что забирал себе сертификат. Соответственно, открываем его. И пока, слушайте, пока выпадало неплохо. Сейчас, скорее всего, какой-то прем должен выпасть, но навряд ли еще одна коллекционка. Да ладно, еще один мародер! Слушайте, ну, блин, не знаю. Мне, честно говоря, такая движуха очень даже нравится. Я готов прям еще несколько раз подписаться на канал Wargaming, на канал Блица, на любой другой канал, если я буду вот такие вот плюшки абсолютно на халяву спокойно получать. На этом аккаунте мародера у меня не было, голды я не получаю, но я получаю мародера, которого у меня не было. Почему бы и нет? Ну что, давайте переходим к самому интересному, к аккаунту, который мы качаем с вами на стримах без донатов и который прям совсем голый и пустой.
Итак, друзья, самый главный для данного видео аккаунт, который мы вместе с вами качаем на стримах без донатов. Начали мы полностью с нуля, с первого боя этот аккаунт с вами. Вы видите его развитие. Так вот, из пятерок, ребят, у меня здесь есть только Мэджай. Вот такой вот интересный парадокс. Получается, что чтобы сейчас не выпало из вот этого сертификата на пятерку, в любом случае у меня этого не будет, потому что здесь Мэджая даже в списке нет. А значит, я в любом случае получаю отсюда танк в коллекцию, на котором буду кататься с вами на стримах и, возможно, даже будем фармить, если это будет премиумная тачка. Что мы получаем? Нифига себе! Мы получили, ребят, Чинукай. Чинукай, танк, который продают, блин, дороже 10 тысяч голды, когда он выходит на продажу. Это просто чума. И упал он на тот аккаунт, на котором ему действительно место. Нет, ну хотелось бы, безусловно, себе Чинукай получить коллекцию на основном аккаунте, там у меня его нет, но, ребят, данная машина с просто бешеным коэффициентом фарма, это действительно очень круто для аккаунта, на котором мы только начинаем развиваться, и для аккаунта, на котором нам всегда есть необходимость в серебре, ну и, соответственно, всегда есть необходимость в том, чтобы это серебро было потрачено на покупку следующих и следующих уровней. Это действительно очень круто. Я сейчас ради интереса даже зайду в табличину и посмотрю по Чинукай, какой у нас идет процент по фарму серебра. Так, Type 3 Чинукай, смотрим. У Type 3 Чинукай у нас идет коэффициент доходности 226%. На минуточку, 226%, при том, что годная восьмерка считается та, которая фармит 175%. 226 и 175. Да, ребят, такого развития событий я реально не ожидал. Это действительно крутой подгон от разработчиков. Спасибо им огромное, мне лично очень сильно понравилось. Чего, как говорится, и вам желаю. Я надеюсь, что вам тоже выпадет машина, которой у вас нет, ну, либо вы получите хорошую компенсацию за нее голдой. Побежал специально для вас снимать следующее видео. Вам, друзья мои, везения, мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.